Всем привет, с вами мы, Юлиана и Вадим Сена и Cooking Simulator. Добрый день. Мы начинаем нашу эпопею в MasterChef. Нас пригласили на эту передачу, и мы согласились и поехали. И вот что происходит. Хотите продолжить обучение в первый день? Да. И сразу же сохранение. Привет, я новый менеджер этого ресторана. Раз у вас сегодня первый день, я покажу, что да как. Супер. Да. Какая же такая родная эта кухня. Да. Но сперва я хочу, чтобы вы запомнили несколько важных вещей на случай, если растерялись. Первое. Подсказка по клавишам управления всегда показывает в правом нижнем углу экрана. Справа, в нижнем углу. Не всегда, но... Второе. Да. Во время обучения вы будете видеть задание в левом нижнем углу экрана. Третье. Во время обучения прогресс сохраняется автоматически между этапами. Если застрянете, всегда можно вернуться. Я так полагаю, что первым заданием будет отремонтировать этот великолепный. Кажется, прошлый владелец бросил это место в плачевном состоянии. Это точно. Возьмите телефон, нужно вызвать мастеров. По поводу вызвать мастеров, нам нужно более экономно. Я поняла, да. И куда там идти? Не показано, но видимо. Там было зелёненькое. Возьми телефон, нужно вызвать мастеров. Взяли уже телефон. Давай, прокладывай. Да, я не знаю, как... Ну что мы должны... Мне кажется, что первая строчка. Секунды. Мне тоже. Первая, снизу это типа секунды. Типа сколько секунд тратится. 75, 37, 30, 50. Давай, что это, наверное, среднее выглядит. 37 это пока самое минимальное. Да? 37. 200 немного. 75 нужно взять. Давай, 75. Нет? А ну подойди тогда к телефону, возьмите телефон, там где ты взяла телефон. Положи телефон на место, и потому что оно пока ты не... Это такое быстрое, да? Да, ты должна подойти. Ну и бардак, нужно починить газовую плиту как можно скорее. Бери телефон. И теперь идем к газовой плите. Ого! На починку этой штуковины уйдут годы. Надо как можно скорее нанять кого-нибудь, найдите курсорную плиту и затем используйте, чтобы... Все, мы выбрали IT дешевое. 75? Да, 75. Добрый. Одна есть, осталось 4. Теперь осталось... Что там? 4, сейчас будем другие. Угу. Тоже этого вызываю. И верхнюю часть. Прекрасно. Отложи телефон, надеюсь, он нам еще скоро не понадобится. Вернее, не скоро понадобится. Есть. Некогда прохлаждаться, здесь же пусто, нужно что-то делать. И что мы будем делать? Во-первых, вам понадобится оборудование. Нам понадобится. Найдите картонную коробку, наведите курсор на одну из них, нажмите, чтобы открыть. Выберите вкладку оборудования и купите блендер. Нет, тут оборудование, я так полагаю, что не... Да? Maybe. Да. Теперь положите блендер, можно переносить только один предмет за раз. Ставь. Надеться. Будет быстрее, если передвинуть коробку, наведите на нее курсор, нажмите Е, чтобы ее поднять. Теперь поставьте ее на столешницу. Еще раз. Е, да? Да. Куда понесем? Ну, туда. Сюда, может быть. Только встань так, чтобы она ровно положилась, чтобы не сильно много места занимала. Да, чуть не перекинули. А в прошлый раз мы, кажется, перебросили. Тут все ремонтируется. Уже отремонтировалась, так что за спиной у тебя. Угу. Бачи какая чистенькая, гладенькая. Да, кстати, давай посмотрим, пока у нас тут не это. А, купить оборудование из списка в магазине. Тут показывает, видишь, такое ограниченное количество людей. Ну, да.
У нас 1000, кстати. Так, мы уже потратили. Потратили на нож. Блендер, нож. Сковорода. И список нет. Что ж такое? На плиту. Далее берем, что там у нас еще за оборудование осталось. Вот они. Ну, в общем, весь этот список, простите. Работа сложная, понимаешь ли. Не кормят. Тут как раз про еду рассказывают, а в желудке пусто. Кастрюля две. Поставила разделочная доска. Ну, так как мы меньше всего будем обращаться сюда. Купить оборудование списка мы покупаем. Так, и осталось что? Ну, я там не вижу, но то это прокрутить. Лопаточку. Ложись там. Да, лопатка. Итого у нас осталось 310. А лопата будет из 1000, да. Было, кажется, больше, чем 1000. Что надо? Используйте ноутбук. Топом к ноутбуку. Но нет рецептов. Идите и получите менеджер рецептов. Щелкните по подсвеченным вкладкам, чтобы открыть магазин. А где подсвеченная вкладка? Вот это. Купите рецепт за запеченную форель, щелкнув по подсвеченной кнопке. Вот снизу. И что-нибудь попроще, знаю, купите стейк, лосось с вареным картофелем. Я бы не сказала, что это попроще. Купи его. Последний томатный суп. Классика, купить его. Пока достаточно, мы разнообразим меню, когда бизнес пойдет в гору. Закройте ноутбук. Вот так, посмотрим. Починка оборудования, рецепта точно. А, точно нам нужны специи. Давайте зайдем в магазин. Специи. Соль. Купите соль. Купили. Поставьте. Видите, похоже на покупку оборудования. Теперь отложите ее. Когда мы откроем, выемся время, на покупке останется не так много. Лучше купить все необходимые специи сейчас. Купить черный перец, ну, в общем, все. И у нас как-то добавились деньги, классно, ни за что. Если мы, конечно, будем каждый рецепт делать все на отлично, что мы и надеемся, то мы должны заработать много денег. Ну, очень много денег, а не так, как в прошлый раз довели до кризиса. Тарелки побили, а эти все поломали. Те, кто не видел, пусть думают, что такого не было. 16. Кто ищет, тот всегда найдет. Последняя специя. Да. Нам нужно еще некоторые жидкости. Подойдите к коробке, откройте магазин. И поехали опять по жидкостям. Куриный бульон. Сметану, да. И подсолнечное масло.
ну все, мое дело сделано. Посмотрим, как вы справитесь с вами. Подайте мне запеченную форель. Я ценю вас, как обычный гость. Не волнуйтесь, вам помогут. Я попросила друга присмотреть за вами в процессе. Ага, надсмотрщик. Видели мы таких надсмотрщиков. 7 минут. Время пошло. Рецепт сказано взять по 5 грамм черного перца, укропа и тимьяна. Возьмите баночку со специями, наведите на рыбку и нажмите на рыбку, чтобы начать приправлять. Как только рыбка будет приправлена, сразу ее не ешьте, она еще сырая. Укроп, тимьян, черный перец. Укроп. Тимьян, видишь, получилось только 4 грамма. Почему? Не знаю. Сейчас попробуем добавить. Что у тимьян? Теперь ложим рыбку на противень или противень. Берем, кладем. Открыть так, чтобы ничего не сломать. На 90 секунд лимон. На 4 части. Готово у нас. А мы с ним так мучились. Это все. Это просто все некорректные подсказки, согласись. Да. Шифтом продукт нужно зафиксировать все-таки. Ну да, шифт. Ну, не фиксируется, ну, а пробил. Ой, а что это такое было? Не знаю, что ты говоришь. Ну, тут просто что-то. Теперь может помочь. Смотри, что там зажарилось, она еще чуть-чуть. Я стиральчик схожу. Так. Какая тарелка. Поставим. Что-то оттащится. Купите тарелку, продукты можно быстро переложить в емкость, которая у вас в руках. Даже если она горячая, нажмите тын. Воспользуйтесь этим знанием, чтобы переложить форель на тарелку. Рыба упала. Это первая наша минус. Все хорошо, все, никто ничего не видел. Так, дальше укроп. Ой, не укроп, а этот как он называется? Хрен. Только сколько? 5. Ты сейчас не уснул, меня тут спишь тут. 4. И что нам нужно еще? Наконец положить на тарелку немного свежей петрушки. 6 грамм. Тут достаточно. 6. 3 штучки. 1, 2, 3.
Идеально все. Отлично, блюдо готово, осталось его поддать. Поставьте его на стойку, выдачи. Ставим, еще отправляем. Нажмите на кнопку выдачи, выберите заказ, который хотите завершить. Вообще easy. It's alright. И 45 мы заработали, а жалобы костей класть мне, пожалуйста. Вкус идеальное, украшение из петрушки. Неправильное количество продуктов. Как неправильно, если правильно понять, чем пал, а нашел пал, пал. В общем, 5 звезд, 5 звезд, 5 звезд. Так что я жужукаю. На сегодня все. Завтра мы откроемся для посетителей. Будьте готовы проявить себя с следующей стороны. А на этом мы с вами тоже прощаемся и тоже встретимся в следующий день. Но для этого подождите, подождите, мы почитаем статистику, это мое любимое дело. Слава, 8 из 30, очки готовности плюс 4, заказы, один готовый заказ, один расход, 1478. Доход от блюд 31, доход от чаевых 10. Общий доход у нас 1437 с минусом. То есть это мы в убытке. То есть мы потратили почти 1500. Потому что мы покупали базовые специи, да. Масло. Но это больше на посуду нам больше потратили. И на ремонт. Ремонт. И такого на будущее не будет. Так что... Но нам больше, нам надо эти деньги отбить. Нам 1500 надо заработать. Да. За следующий день? Ну, за следующий день, за нашу вообще успешную карьеру поваров и финансиста. Всё. До свидания, читай книжки. Учись. Юлиана и Вадим Сена. До скорого. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши ласковые комментарии. До скорого.